Actually, Прошлый сезон в Голландии для меня получился неплохим. И в его ходе заинтересованность во мне, насколько я знаю, проявляли несколько клубов из разных стран. После одного из матчей, по-моему, это была игра с Гронингеном, мой агент сообщил мне, что приехали два представителя футбольного клуба «Краснодар». Мы встретились с ними, у нас получился хороший диалог, однако поначалу я всерьез не задумывался о переезде в Россию. Для меня всегда было важно, чтобы мои личные амбиции и футбольная философия совпадали с амбициями и философией клуба. И такое совпадение я обнаружил, когда впоследствии пообщался с генеральным директором Краснодара Владимиром Хашигом. Разговор у нас вышел очень плодотворным, и вскоре я оказался здесь. В Голландии все говорили, что мне давно пора сделать шаг вперед, перейти в один из топ-клубов этой страны или в клуб одной из сильнейших европейских лиг. Но так обычно и бывает. Люди уверены, что лучше тебя, знают, что тебе нужно и как тебе поступить. Я же в таких серьезных вещах, как переход в другой клуб, привык доверять своему собственному инстинкту. Конечно, я советовался со своей семьей, затем связался с Дэми Дезеовым, который в свое время поиграл в России. Он рассказал мне о российской лиге, о ее уровне. В целом, у меня остались самые положительные впечатления от общения с представителями Краснодара, что и повлияло на мое окончательное решение. В Херенвене, в моем первом после переезда из Дании голландском клубе, достаточно часто сменялись главные тренеры, и каждый новый наставник видел меня на новой позиции. Поэтому я играл в разных амплуа. Когда же я перешел в Зволе, то в первом сезоне иногда играл правым вингером, а чаще десяткой, а во втором, предыдущем сезоне действовал уже только на позиции 10 номера. Эту позицию считаю самой оптимальной, наиболее удобной для себя. Мне нравится создавать голевые моменты для партнеров по команде, помогать забивать им и забивать самому. Да, играть в этом амплуа непросто, требуется много двигаться, постоянно проявлять активность, быть на мяче, но это полностью соответствует моей футбольной философии, и я рад, что в Краснодаре эту философию разделяют. Мы уже беседовали с главным тренером по поводу моей позиции в команде, и наши взгляды практически полностью совпали. Я буду концентрироваться на том, чтобы как можно лучше играть на месте 10 номера в группе атаки. И в этой связи очень хорошо, что моя предыдущая команда в Голландии действовала по сути по той же самой схеме, что использует Краснодар. Теперь мне нужно адаптироваться к новым партнерам по команде. Нужно будет упорно трудиться, чтобы как можно быстрее наладить с ними взаимопонимание и стать частью единого командного организма. Я оказался в классном коллективе. Здесь позитивная атмосфера, видно, что все ребята объединены одной общей целью. Мне приятно ощущать, что я здесь нужен. Футболисты и персонал стараются помогать мне и другим новичкам в адаптации, всячески нас поддерживают. Чаще других я общаюсь с Вандерсоном, потому что мы оба знаем голландский язык, и потому что он просто веселый человек и приятный собеседник. На базе мы живем в одном номере с Кая, с которым одновременно пришли в команду. С ним мы общаемся пока по большей части жестами. Я его пытаюсь хотя бы немного научить английскому, а он меня португальскому. Вообще, эти первые 10 дней в команде были для меня очень хорошими и полезными. И мы в эти дни, считаю, все вместе очень здорово поработали. В Дании и Голландии мы тоже достаточно серьезно тренировались во время предсезонки. Но здесь мы работаем намного интенсивнее, жестче. В Краснодаре на тренировках гораздо больше упор делается на силовые упражнения, на физическую готовность и выносливость. В Голландии же мы были более расслабленными. Основной акцент был на работу с мячом. Уровень тренировок в целом здесь, в Краснодаре, намного выше, и это очень хорошо для меня. Я как раз и хотел перейти в клуб, где тренировочный процесс был бы более интенсивным, чтобы я смог становиться сильнее и продолжать совершенствоваться как футболист. Чувствую, что даже за прошедшие 10 дней я стал сильнее. Да, погода в Краснодаре, конечно, сильно отличается от той, которой я привык в Дании или Голландии. Здесь гораздо жарче, но мои родители родом из Марокко, и, видимо, в моей генетике заложено без особых проблем переносить жару. Конечно, когда тренируешься при температуре плюс 35 градусов, быстрее устаешь и потом дольше восстанавливаешься, но по мне лучше тренироваться и играть в такую погоду, чем в холод и мороз. Мне исполняется 25 лет. Это хороший возраст для нового шага вперед. В этом возрасте футболист должен много играть, чтобы продолжать свое развитие. И я рад, что в составе Краснодара получу возможность участвовать сразу в трех различных турнирах. Еврокубке, чемпионате и Кубке страны. Я смогу играть за хорошую команду в соревнованиях высокого уровня. Мечты сбываются.
Мой день рождения, Краснодар сыграет первый контрольный матч предсезонки. Чего я жду от этого дня? Жду, что Ари не узнает о том, что у меня день рождения, и не выдаст какой-то из своих знаменитых поздравительных трюков, о которых я уже наслышан. А если серьезно, первая игра предсезонки всегда очень важна. Мы должны протестировать себя и понять, чего смогли добиться, напряженно работая в течение 10 предыдущих дней. И несмотря на товарищеский статус матча, результат его для нас имеет значение. Поэтому я жду хорошей игры и очень хочу помочь нашей команде добиться победы.